Так, Миша, мы начнем с вами создавать с первого способа, который я уже коснулся. Пойдем в Edit Mode, и выделенные точки говорят нам о том, что мы можем, нажав. Сейчас я включу в середине подсказку, нажав Alt-M, сказать, что нам надо их в центр слепить. Слепили в центр. Прекрасно. Далее. Берем отсюда и говорим Е. Е поднимаем по Z. Так. Вот так, да? Далее можем встать в эту позицию и опять взять еще раз Е. То есть таким образом мы их увеличиваем. Отсюда уже пойдут у нас типа руки, плечо, локтевой сустав. И вот так. Так. Далее. Здесь сделаем шею. Е. И сделаем голову. Еще раз Е. Вот так. Голову сделаем. Хорошо. Далее мы можем сделать следующее. Мы возьмем сейчас с вами вот эти вещи. Этот и этот момент. Скажем, Ctrl. Нет, Shift D. Потянем их вот сюда по оси Y. И развернем. Rotation Z на 180 градусов. Так. И подтянем еще раз поближе. Вот примерно так же, как и эти наши. Так. Окей. Дальше мы можем брать вот эти две точки, говорить F соединяется таким образом. Опять две точки. F. Посмотрим здесь сейчас. Тут мы что-то скосили малость. Опа, нет, 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 нет. Вот так, да. Как-то голова у нас слишком длинная получилась. Сейчас мы с ней разберемся. G по оси Z. Вниз ее. Вот так. А это чуть сдвинем на место. Вот получили такой скелетик, да? Далее очень просто все есть, оказывается, здесь такой полезный модификатор, называется он скин, и он создает нам вот такую фигурку. Что она нам даст? Она нам даст возможность сейчас, допустим, вот в этом месте мы можем нажать Ctrl-A и это дело расширить, грудь сделать, допустим, да? То же самое мы можем, допустим, здесь, в этих, уменьшить. Выбрав две точки, можем уменьшить, допустим, локтевой сустав, если нам того хочется. Вот так. Так. А в голове мы можем поставить еще один саб-девайс. Вот так. И этот с помощью А также сделать вот такую голову. G мы можем управлять как нам угодно. Также здесь, если мы выделим вот эти две точки, скажем, subdivide, получим вот она, эта точка, да, и тоже можем немножко увеличить торс.
Когда мы эти изменения произведем, эти две можно будет вниз утащить. То можем следующее сделать, можем превратить это в subdivision. Вот subdivision. И с этим subdivision производить то же самое. Делать больше, меньше. Как угодно. Таким образом, мы очень быстро можем получить меш, который впоследствии можно отправить. Или потянуть вот эти три наверх. Отправить в Edit, вернее в Sculpting, нажав вот Sculpting, и уже работать с ним как с основой. То есть там уже править голову, грудь, руки и так далее. То есть с этим как раз не будет проблем. Вот так. То есть это вот первый меш, который мы с вами создали. Теперь пойдем пробовать другие способы создания мешев. Да? То есть воспользовавшись тут краб, мы можем делать. Допустим, да, голову как-то там формировать. Ну, в общем, заниматься настоящим скульптингом. Для этого теперь нам не надо создавать. Надуваем мускулы ему, грудь. Так вот, да? Ну, то есть тут уже пошел чистый скульптинг. Факт то, что мы первый свой меш создали. С чем я вас и поздравляю.